Для начала создадим несколько контактов. У меня они уже созданные. Дальше мы заходим в меню «Файл», «Экспорт», «Гербер». У нас появляется вот такое окно. В первую очередь мы выбираем слой, с которым будем работать. Затем нас интересует вот эта вот секция. В этой секции есть два пункта – сверловка и центровка. Рассмотрим, как каждый из них работает.